Всем привет, с вами Аня. Итак, сегодня мы будем открывать вот такие вот опыты. Жвачка для рук. Вот такая вот коробочка. Мы сейчас ее откроем. Содержимое. Два стакана одноразовых. Инструкция. Я дам маме. Палочка, прям на стакан. Итак, ставим. Итак, для начала. Для начала мы берем воду. 100 мл. 100 мл наливаем в стакан. Потом мы берем клей. Нет, потом мы добавляем краситель. А, точно, краситель. И на кончике, да? Разбудим, да, палочкой помешать. Смотри, что они делают. Сейчас даст, сейчас. Дальше мы берем. Нужно развести, затем нужно разбить в воде пищевой краситель на кончике ножа. Теперь тебе понадобится секретный реагент, превращающий жидкость в ньютоновскую жидкость. Этот реагент тетрапарат натрия. Высыпь порошок этого препарата. Борокс его еще называют. В стакан с теплой водой. И тщательно перемешай, чтобы все кристаллы растворились. Аккуратно все это делаем мы, потому что это химические все вещества. Палочкой? Да, палочкой перемешивай. Аккуратно, чтобы все кристаллы растворились. Их так много. Перемешиваем. У меня тут немножко осталось. Другой стаканчик необходимо налить клей ПВА. Пусть растворяется эта жидкость. Клей ПВА. Налить эту жидкость к... Сейчас. Нужно тщательно перемешать, чтобы все кристаллы растворились. Ого, какой горячий. Ага. Горячий, да? Да. Вот если вы потрогали, какой он горячий. Он растворились все кристаллы. Тут вот так много. Так, нужно помешать. А пока он будет растворяться, расскажи нам про домик, какой у тебя. Это все мне принесло. Я принес Святой Николай и вот эту вот карточку на сестре. Вот такой вот дом
папа мне собрал. Это самый маленький наборчик. Вот такой вот красивый домик. Обзор в обзоре. Котенок, он собирается из вот таких вот деталек. И выйдет вот такое дарование. Всего 37 деталей. А покажи с другой стороны. А там дверь есть? Двери нет. Вот тут как можно... фломастером нарисовать дверь, но не будем ставить. Он одинаковый, да, со всех сторон? Да, вот. Мне очень нравится. Ставим. Ставим. Еще нам он принес конфеты. Я сейчас достану коробку, может, достану коробку. И это вот у нас есть такой. Вот есть серия, я вам прочитаю. Жвачка для рук, наш набор. Космическая жидкость. Нью-Ньютоновская жидкость, она тоже прикольная. Я видела, как делала канал мой. Это если кулак не спеша, то она пропускает. А когда ты так вот быстро, то она не пропускает. Классно. И полимерные червяки. А здесь все содержимое. Еще бумажку я показывала. Сейчас я вам прочитаю, что тут. Научные шоу для детей и взрослых. Ну, пока этот борокс растворяется, мы уйдем на рекламную паузу, да? Часть вторая тогда будет уже, когда мы будем делать полностью весь наш. Потому что он достаточно долго растворяется. И придется подождать. Да, вот еще у нас тоже осталось. Борокс. Мы смешали борокс с клеем ПВА. Вот получилась вот такая вот штука. Нахапкая. Ее вместить невозможно. Ее вместить невозможно. Нагнулся, да, и получилась, в общем-то, не такая, как на картинке. Порвать. Она ломается на кусочки. Ее можно порвать. Так. И борокс из нее вылетает. Борокс, во-первых, не растворился. Да. Борокс из нее выпадает. В общем-то, это жвачка. А руки? Руки. У меня розы, как это... Всем пока, с вами была Аня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Пока! До встречи в следующем видео.